Давайте все-таки его разрежем, посмотрим, что там внутри. Очень так интересно, что там находится, в каком состоянии он. Так, друзья, давайте посмотрим, что здесь творится. Ну, это стружка, сейчас я отпилю его болгаркой. А сам вот он фильтр. Ну, цвет бумаги вроде бы сам по себе как темный. Не светлая бумага, фильтрующая такая, темно-коричневого цвета. Ну, есть вот волоски какие-то, или это от бумаги от фильтрующего. Ну, скорее всего, это от бумаги волоски. Вот такие, видите, волоски. Да, скорее всего, это от фильтрующего элемента. Тут есть какой-то шлак, песочек. Да, вот он. Есть грязь. Да, вот он есть, такие, как ржавые. Угу. Песочек есть. Значит, в баке есть довольно много грязи. Вот он. Песочек есть. Ага, и вот тоже. Так, ну а что я? Думаю, гадаю. Вот это потемнение. Это похоже, как вода была. Вот и ржавчина. О, ребята, смотрите. Видите? Грязи много. И в баке тоже до хера и больше, значит. И фильтр этот давно не менялся. Очень давно не менялся. Так, сейчас я солью соляру. Мы посмотрим, что там. Ну да, вон, смотрите. Какая хрень. Чисто, короче, ржавый песок. Ребята, так что чаще меняйте фильтра, как можно чаще. И заправляйтесь на проверенных заправках. Следите за топливной системой. Вот, чтоб такого не было в фильтрах. Капец. Смотрите, видите, что? Полная, короче, чешуя. Вот она. Офигеть, просто тихий ужас. Очень долго не был заменен фильтр. Долгое время не менялся. Я не знаю сколько, но вот судя по вот такому вот остатку, он, наверное, 1020-30 точно, если не больше, стоял. Вот здесь. Шлак. Натуральный шлак. Да, полная жопа. Хорошо, что взялся я за это дело, на замену фильтра. Так, сейчас разрежу здесь, посмотрю, короче, что здесь происходит.
бумага плотная, режется туго. Так, ребятки, все на ваших глазах. Песок, грязь. Песок. Песок, причем равномерно по всему фильтру. Песок не только со стороны подачи, ну и вообще по всему фильтру со всех сторон. Грязи валом. Но со стороны подачи наиболее много песок. Песок, грязь. Такие твердые частицы, довольно большие крупинки. Ну, вообще, смотрите, какие булыжники. Капец, это где он заправлялся? С тракторов на поле, что ли? Или с тепловозов отработок сливал? О, смотрите. В реальном действии, ребята, на ваших глазах все. Смотрите, что. Камни чистые. Действительно. Сейчас он стал, короче, тупить. И не развивает обороты. Этим попозже займусь, покажу, что. Да. Ништяк. Напишите в комментариях, у вас бывало такое или нет. Так, ладно. Интерес я свой, что называется, погонял, удовлетворил. Теперь мне понятна система с... Теперь мне понятно состояние самого бака. Что внутри там. Надо все там чистить, скрывать. Так, ладно. Поехали дальше топливо. Я тут с топливом разобрал.